Шеф-повар Максим Григорьев. Булгур с медовой тыквой и мятой в мультиварке. Булгур – универсальная крупа для супов и для вторых блюд. Сегодня приготовим кашу из пропаренной, крупно дробленой крупы. Сушеная мята придаст каше аромат, а медовая тыква – яркий вкус и сочность. Такое блюдо скрасит постный стол и пополнит наш организм витаминами в весеннее время. Приятного аппетита! Время приготовления – 1 час. Ингредиенты. Булгур 150 грамм. Вода 400 миллилитров. Масло оливковое экстра вёрджин 2 столовые ложки. Мед 1 столовая ложка. Мята сухая 5 грамм. Сахар 1 чайная ложка. Соль 1 чайная ложка. Тыква свежая 200 г. Шаг 1. Чтобы приготовить кашу, нужно взять булгур, воду, тыкву, мяту сушеную, соль, сахар, масло оливковое. Шаг 2. Тыкву очистить. Вымыть. Обсушить. Нарезать средними кусками. Шаг 3. Куски тыквы выложить в фольгу. Полить 1 столовая ложка масла. Добавить 1 столовая ложка меда. Завернуть плотно фольгу. Поставить форму с тыквой в горячую духовку. Запекать в течение 30-40 минут до готовности при температуре 180 градусов Цельсия. Шаг 4. Булгур промыть под проточной водой, тщательно перетирая крупу ладонями. Высыпать крупу в глубокую посуду и залить холодной водой на 20 минут. Шаг 5. На дно чаши мультиварки, у меня мультиварка Panasonic, налить масло. Шаг 6. Крупу отбросить на дуршлаг и высыпать в чашу мультиварки. Шаг 7. Добавить соль и сахар. Шаг 8. Залить холодной водой. Шаг 9. 4-5 листовочков сушеной мяты стереть в порошок и засыпать в чашу с крупой. Поставить чашу в мультиварку. Закрыть крышку. Включить режим приготовления гречка. Время устанавливается автоматически. Включить старт. Шаг 10. По сигналу открыть крышку мультиварки. Каша готова. Шаг 11. Тем временем будет готова печеная тыква с медом. Шаг 12. Переложить горячую кашу в керамическую кастрюльку. Сверху выложить печеную тыкву. Полить медово-масляной смесью, оставшейся после выпечки тыквы. Накрыть крышкой. Подавать кашу горячей на обед или на ужин. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.